Сейчас буду делать, в общем, коктейль с банана и с молока. Бананов хоть попой кушай. Смотрите, сколько бананов. И сейчас... Которая почернее? Да, уже сразу еще. Я думаю, что для этого они будут хорошо, да? Конечно. Даже черные будут хорошо. Вот это измельчитель, что мы взяли за 10 евро. Скажи, классно, да? Вообще классно. Даже фарш на нем можно делать. Угу. Так. Сейчас мы их измельчим. Не пропадай за добру. Угу. 3 поместится. Да. А ты будешь молочка туда добавлять? Можно, да. Чтобы оно получше. Взбилось, да? Угу. А я один раз добавляла, один раз не добавляла. И как? Ну, когда добавляешь, оно более пожиже и как же ты, ну... Так, я пойду сейчас тряпку принесу, руки помою. Угу. Так что, ясно. Так. Вот еще банан положить? Ложи сразу. Сколько хочешь. Ты я себе отдельно собью. Я еще не крутила. Я не знаю, сколько он тянет. У меня все Лариса крутит. Делай так, чтобы было вкусно. А что там мы тогда, когда у нас какао было, мы туда какао не положили? Можно все, что хочешь. Если есть водка, можно водки положить. Так там стоит горбачок. А закрывашка где? Вот она. Даже не знаю. Даже не знаю. Ну смотри, что в пазлики попало. Да не той стороны. Вот там. Сейчас я это вылью в кружку. О, пена пенистая. Ну, сейчас ты разбавишь молоком, будет объедение. Так, а что, еще надо крутить? Давай, я себе накручу. Пока Лариса будет крутить себе коктейль, я буду вам, в общем... демонстрировать, что я буду сегодня есть. Сейчас. В общем, я буду доедать. Все, что... Не хочет Лариса меня свежей едой кормить. И покажу, что в холодильнике. Так. Вот. Что? Вот это гречка тут. А рис ты тоже положила? Да. И было чуть-чуть риса. Мы положили. И вот эти тефтели, что нам дали в тафеле, мы их тоже туда кинули. Ну, сейчас мы это поедим. Ну и сейчас к холодильнику. Так. В холодильнике у нас перец и еще перец. Еще персики. Их никто ничего не ест. Сметана. В общем, все это надо доедать. Вот это вот еще осталось с того раза. Стафеля вот чуть-чуть. А это вот что нам сегодня дали. Сейчас рыбу доедим. А потом я хочу сделать лечо. Вот это весь перец перемыть. И вот это еще пюре. Вон еще пюре. Пюре никто не ел. Вот. И сделать лечо. Положить туда морковки. Положить перец. Вот это, в общем, все. Мы все позатыкали. О, Лариса даже делает. У меня без молока. Вот Лариса без молока прокрутила банан. Надо было мне тоже молока не наложить, да? А что? А ты же... А, ну ладно, вот это.
Она какая-то получилась, мне кажется, более однородная, нет? Ну, правильно. Я Ларисе предлагаю тебе бананы все черные скрутить. Ну, давай все скрутим. Сейчас переложим в миску. Сейчас я себе кружку тоже. Угу. В кашпо. Ну, вот еще покрутили, вот. Сделали такую заготовку. И в морозилку отправим. И еще остались и бананы. Все есть и есть. На одних бананах можно питаться. Все помидоры. Ну, тут бананы. Сейчас молоком разбавим. Тут сколько бананов? Банановый рай. И у меня еще целая кружка. Прикиньте. Ешь не хочу. Ну что, потом достал, молоком разбавил. Класс. Все, я уже готова завтракать. Видите, у меня здесь появилась мушка. Страсти. Вчера придурок. Я придурок. Тут как увидела угор. Думаю, сейчас я его буду давить. Давила, давила. Надавила. Теперь вообще ужас. Так оно вспухло и синяк. Болит. Ну, я его так и не видела. Лариса, там не было угора. Я говорю, мне кажется, что есть был. Болит теперь. Так, я уже приготовила поесть. Ты. Смотрите, что. Гречневая каша. Я вам уже говорила. Вот, мисочки все больше и больше становятся. И коктейли. Ну, и само собой хлеб. Вот, сейчас я тогда буду завтракать. Вернее, не завтракать, я не завтракала еще. Обедать. Уже, наверное, время ужина. А сколько? 4 часа. О, 4 часа. Что-то я сегодня уже подустала, пока туда-сюда как бы ходили. Вот, в общем, мне приятного аппетита. Приятного аппетита, Юлечка. Мы жалеем, что мало мисочек таких. Вот это, да, таких, да? Угу. Вот здесь котлеты вегетарианские и мясные. Мне тоже вегетарианские. Да, все вегетарианские. Да, я прочитала и те вегетарианские. Одни как горох. Ну, как они? Вкусные. Вкусные? А помнишь, как дома мы искали как-то вегетарианские? И ничего, кроме соевых, не нашли. А ну, вот... прям хорошие. Хрустённые сильно. Тут долговатая, а это вот круглая такая какая-то. А помнишь, мы эту делали? Как его? С гороха колбасу. Угу. Тоже была вкусная. Вкусная. Вкусная? Да. Вон, таких котлет, как бы я худела. А сколько ты пачек ела? Ну, много не съешь, а так с гречкой. Тебе понравится? Да. У тебя продолговатые, они как перченые или что-то такое. Да? Они и есть перченые, да, прям тут. Нормально. Я тут даже не сказала, что они вегетарианские, как-то они этот. Да, вкусные. Спасибо. Как раз. На обед отлично, то, что надо. Ну, сейчас вот это поем. Это полдник, Юля, называется. В садике это полдник. Полдник. Вот и так вот получается. Вот сейчас поем, и все. Нажрусь, а уже не буду есть. Ну, что, можно потом закусить вечером кексом? Ну, может быть, и то. Вчера ничего не захотели, мы ничего не ели. Да. Вот так вот наезжираемся, то есть не по 2 раза, по 3 раза надо кушать. А и правда так вот маленькими порциями. Ну, не получается, кого как. А мы и дядины раз едим. Все переживают, чтобы я дожила до 23-го года. Чего я не доживу? Доживу, все в порядке будет. Бедненькие. Никуда вам не деться от Юлии Анатольевны. Да. Так, все, ладно, а то у меня уже аппетит разыгрался. Буду кушать.